Здравствуйте! Каждый понедельник будем встречаться с вами на первом уроке, чтобы обсуждать самые интересные и важные темы, обмениваться своими мыслями и эмоциями. Представляем анонс занятия «Разговора о важном». И первая тема нашей беседы – «День знаний». Малыши узнают об истории возникновения праздника, о школе, о знаниях, которые ребята получают, обучаясь в школе, о важности знаний для каждого человека. С ребятами 5-11 классов поразмышляем о будущем, о возможностях, которые сегодня есть у каждого из нас, чтобы стать успешнее. Конкурсы, олимпиады, волонтерство и многое другое, что нас окружает, но мы сейчас стесняемся в этом участвовать или не понимаем ценности этих мероприятий для нас. Вас ждут интересные ролики, интерактивные материалы, занимательные ситуации и задачи, которые мы с вами рассмотрим и обязательно обсудим. До встречи в понедельник!